Проспект Братьев Коростелевых. Здесь под колеса иномарки попала школьница. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. После удара ее с травмами доставили в больницу. И этот случай не единичный. Два десятка аварий произошло в Оренбурге и Оренбургском районе только в начале года. В каждом есть пострадавшая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП таких увеличилось на 16%. А с начала текущего года в отношении водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, составлено 335 административных материалов. Непропуск водителями пешеходов на нерегулируемом переходе – одно из самых частых нарушений правил дорожного движения. Но нередко и сами пешеходы провоцируют аварии на дорогах, переходят их не в положенном месте. И таких случаев не становится меньше. Почти 400 административных материалов. Все это нарушение пешеходов только за первый месяц 2019-го. Поэтому работа проводится комплексная. Сотрудники ГИБДД проводят воспитательные беседы в учебных заведениях и организовывают рейды. Один такой выезд – десятки пойманных нарушителей. Был составлен материал в отношении пешеходов 6 материалов, в отношении водителей, которые не предоставили преимущество пешеходов, 5 материалов. Сдерживать скорость, правильно оценивать ситуацию на дороге, вовремя переходить улицу. Специалисты напоминают о правилах и водителям, и пешеходам. Напоминаем водителям о том, что необходимо быть внимательными и пропускать пешеходов на пешеходном переходе. Хорошо. Иван Селиверстов старается придерживаться правил и признается, важно понимать, одна ошибка может стать ценой чьей-то жизни. Никуда не торопиться, быть внимательным. И к водителям, которые рядом с тобой едут, и к пешеходам. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Водителям грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Пешеходам – до 500 рублей. Сотрудники ГИБДД уверены, только культура поведения на дорогах и личная ответственность каждого позволит избежать человеческих жертв. Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня.